Сегодня уже тяжко уявить, а лет 20 годов тому Гомельская пограничная группа починалась с одной резервовой заставы и группы катеров. Первые военнослужащие часто жили у звичайных армейских палатках, а под сучасном комфорте на добропорядкованных заставах тогда только марили. Але завсюди незменным заставалася головное – гонор за свою службу. Когда находитесь на первом рубеже своей родины, когда в любой момент возникнет опасность или угроза безопасности нашей родины, и мы первые, кто должны стать на защиту ее. Поэтому сказать, что она как бы спокойная, не назвал бы ее. Не то, что она влечет к себе, эта служба. То, что понимаешь, что выполняешь поставленную задачу, что ты надо кому-то. Завтра усеяны приступить до выполнения своих службовых обовязков, але сегодня у их свята парадная форма, добрый настрой и веселая музыка. И они с интересом знакомятся с выставой зброи из коллекции областного музея военной славы и цікавятся характеристиками автоматов, за якими воевали пограничники часов Великой Отчины. Вторичи на урочистый сход шмат кто с пограничников пришел с детьми и женками. Без их подтримки служба была б куды больш тяжкой. Коли быть зусім докладным, Гомельский пограничный отряд был створен в ответственности с указом президента от 31 липня 1997 года. 3 вересня подразделению вручили боевый стяг, а у 20:31 снежня погранотряд проступил до оховы державной межи с Украины. Сегодня у зоне отказности 305 километров, и этому участку у Державном пограничном комитете надается значная увага. Есть периоды, моменты, условия определенные, когда нам необходимо сосредотачивать усилия на конкретном участке, это да. Но важен любой участок государственной границы, потому что органы пограничной службы отвечают за обеспечение пограничной безопасности государства. Как признание заслуг Гомельской пограничной группы, вознаграждение шеренгу военнослужащих медалями за бездокорную службу, а так само нагрудными знаками погранкомитета, выдатник органу пограничной службы и за отзнаку. Еще одна узнагорода, зарегистрированная у Геральдичном совете, распространена непосредственно юбилярами, нагрудный знак Гомельская пограничная группа. Войсковая часть 1242 протягивает выполнение своей головной задачи – захование пограничной безопасности краины. Появляются новые вызовы, угрозы, меняется тактика действий нарушителей границы, лиц, осуществляющих противоправной деятельностью. И чтобы граница была надежной, необходимо постоянно менять свою тактику действий и адекватно отвечать на вызовы и угрозы. Поэтому граница всегда была и будет совершенствоваться. И это наш главный стимул в работе – не стоять на месте, а делать все лучше, лучше и лучше. Олег Сентюров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».